Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Ну что, ребята, продолжаем с вами проходить Hustle Castle. Мы получили только что 6-й уровень нашего замка. Собираем все прибамбасы, которые мы накопили за этот период, за период моего отсутствия. Так, получили что-то, забрать награду. Ага, у нас оружейное до 2-го уровня прокачалось. Так, поднимите 3 воинам навык бойца до 11. Ну что же, давайте глянем. Так, краса. Она у меня 8 уровня. Давай-ка тренироваться, беги. Так, а ты, толстячок, Дмитрий, тоже. Замечательно. Так, что бы нам еще, ребята, сделать, а? Хочу, кстати, всех поблагодарить, кто меня поддерживает, кто помогает, кто рассказывает, как лучше и что надо прокачать, как соединить. В общем, спасибо вам, ребята, огромнейшее. Так, ну а мы продолжаем. Так, эти ребята у меня тренируются вовсю. Поварята, давайте, наверное, улучшим с вами столовую до 2 уровня. Да, 45 минут придется ждать, ну, такова игра, здесь все очень долго строится и делается. Так, а что? Так, 4 уровень тронного зала. Да, 40 тысяч нам, конечно, копить еще и копить с вами. Ну, а здесь вообще нужно 200 тысяч до уровня. Ужас какой-то. И улучшаться он будет один день, то бишь сутки. Да, весело нам придется с вами, весело. Так, ладно, соберем сливки. 7 плюс 2 золотых, отлично. Так, 39 минут 54 секунды. Давайте глянем на карту. Так, ну здесь у нас все пройдено. Кевин, давайте разведаем, может, посмотрим, что он из себя представляет. 943. Ну, у меня здесь один Матвей, поэтому показывает очень мало мощи моего отряда. Ну, здесь мы все сделали. Так, давайте, наверное, с вами так нападем. Попробуем напасть. Давай, давай, краса, беги, беги. Мы тебя уже заждались. А это там все молотком наяривает, в пыли, в грязи. А рядом девочка прихорашивается, ходит. Эй, толстячок, а не туда ли ты забежал, родной мой, а? Как только заговорил про девочку, он сразу туда ломанулся. Давай, иди сюда. Так, ну что, давайте выйдем, наверное, на карту. Где он, Кевин у нас? Так, я превышаю. Ну что, давайте, наверное, нападем. Посмотрим, что у нас за ПВП бой здесь будет. Кевин, если что, заранее извини. Так. Ну, по-моему, он меня сейчас уроет. Так, у него два мага, довольно мощных. Нет, ребята, к моему счастью, я его сделал. И что мы за это получаем? Так, 1896 золотых. И все, что ли? Ну, хотя бы на этом спасибо. У нас почти 20 тысяч золота. Значит, мы можем что-то с вами сделать. Так, во-первых, вы идите, тренируйтесь. Да, улучшить у меня не получится. Стоит 30 тысяч она, улучшение это, я имею в виду. Яблочки, все это собираем. Вы будете тренироваться или будете, как обычно, здесь прихорашиваться у меня? Давайте глянем. Обычно они любят здесь это с зеркальцем походить, этот... А, нет, смотрите, тренируются, значит, все отлично. Просто замечательно. Так. Давай поинтенсивнее там, краса. У них подхил-то идет? Вроде бы как идет. Помаленьку, но лечатся они. Так. Интересно, а в казне должен кто-то стоять или нет? 200 тысяч, обалдеть. Такие суммы, а. Так, а ты у меня что, красавец Дмитрий? Будешь грустить стоять здесь? Тронный зал. Так, сколько? 40 тысяч. И 5 часов улучшения. Зато дает колодец маны, бассейн маны и магическое.
Очень хочется посмотреть, что это такое вообще. Так, по идее, бы можно было бы сделать, знаете, еще, ребята, на таких моментах обрывать видео, дожидаться время, а потом продолжать. Вы посмотрите только, а? 17 уровня замок. Ёлки-палки, а? 3, так, 15, 18. Ёлки-палки, ребята, сколько вас в этом мире, а? Это в мире. А в моем регионе еще можно посмотреть, да? А у меня всего лишь 6-й. Хе-хе-хе. Вообще нубас полный я. Да, в моем регионе тоже не сладко. Ну что, что, что? Так, еда у нас подкопилась. Тут тоже еда на золото. Все очень мало. У меня с едой то густо, то пусто. Когда он завершится-то, у меня интересно, а? Строить эту жратвальню, столовку. Милорд, ваше отсутствие на замок напали. Минус 6 кубков. Да. Сэр, не оставляйте ваш замок без защиты. Держите бойцов в казарме. Только находящиеся там бойцы участвуют в обороне замка. Ваше отсутствие в казарме. Понятно, будем знать. Ну, извините, мне некогда как бы их оставлять. Так, давайте, наверное, глянем, что мы получили. Так, 4500 яблок. И новое что-то нам дали. Улучшите казну. Ну что же, давайте ее улучшим. 5 минут, ну, в принципе, нормально. Давайте бесплатно, раз пока дают нам такую возможность. Так, эти у меня натренировались. 9 и 9 уровень получили. Это хорошо. Что бы еще можно было бы здесь сделать? Так, у меня еще, кстати, ребята, каких-то 2 письма. Не знаю, что это за письма там. Так, ну, счастье у них офигенное. Так, ага, это о моих поражениях. Так правильно, он у меня один стоял, они его деребанили, как хотели. Остальные стояли в тренировочном пункте и тренировались. В принципе, чем они сейчас и занимаются. Давайте-ка вернем их. Идите сюда. Красава, иди тоже. Не спать. Вам действительно нужен здесь лифт. Как-то вы долго бежите. 9,3. Ничтожно мало. Ребята мне как-то писали, что здесь можно объединять комнаты. Надо будет как-то с этим попрактиковаться. Истлевшие кости, сгнившие гробы. Ну смотрите-ка, я как бы по мощи сильнее. Может быть, попробовать завалить? Решено, давайте рискнем. Так, некромант. Ой-ой-ой-ой-ой. У него 2 мечника. Ну, пока вроде бы неплохо, неплохо. Красу мои, конечно, разбирают. Но и мы тоже не даем спуску. Так. Ой-ой-ой-ой. Арбалетчики просто расстреливают моих магов. Но смотрите, что мы делаем. Мы вырываемся в фавориты. Да елки-палки, какого фига ты слег? Ну что ты там перезаряжаешь у себя? Давай-давай-давай-давай, толстяк, молодец, ну бей, бей. Есть! Ребята, я даже сам не ожидал. Так, мы получаем 1200 и сундук. Обожаю, когда мы выигрываем. Так, давайте глянем в сундучок, что он нам даст. Наверное, деньги, как обычно, да? 1130. Итого у нас почти 16000 золотых. Ну, я не знаю, стоит ли вообще эту броню одевать, если он у меня маг. Думаю, нет пока. Обойдется. Будет у меня продолжать карьеру мага. Стася. Вот этот-то маг у меня какого лешего там сидит. Как его там? Саид? Саид звать? Так, давай мы ему оденем что-нибудь попроще. Вот это, наверное, самое то будет. Ну, а раз ты маг, давай наденем тебе вот эту, наверное, броню, да? 6 уровня, как раз ему подходит. Будешь у меня истинным магом.
Давайте глянем, что мы здесь пока можем сделать. И у меня есть такое желание и еще раз сходить на карту и немножко ее пошуршать. Так, что у нас в магазине? Тренировка, поддержка. Пока ничего не можем мы приобрести вообще. Только лишь донат. Но донатить, как вы знаете, я не буду и не хочу. Будем честно играть. А здесь что у нас? Развилка мертвецов. Я немножко по мощи отстаю, но здесь уж больно. Раз, два, три, четыре. Пять мечников. Да я даже и не знаю, стоит ли или нет. Деструйер. Ну-ка, давайте глянем. О, 1715. Нет, это больно мощно для меня. Сразу отдуплюсь. А сгнившие гробы 1025. Блин, тоже мощноватый, но не настолько много. И хочется, как говорится, и колется. Блин, если бы я победил бы, я бы... Слушайте, а кстати, я заметил, что здесь они не получают уровень за победы, да? То бишь опыт у них только копится, когда они тренируются. А за победу над врагами нет. Ну что, давайте, наверное, рискнем все-таки. Чем черт не шутит? А вдруг победим? Ёлки-палки, пять таких отменных бойцов. Ну, маги, давайте, вся надежда на вас. А, ё-моё, красу-то быстро запинали. Давай. Ё, ну, осталось немножко. Давай, ребятушки, ну. Ну, последний выстрел, есть. Круто. Даже сам не ожидал. 1300 и сундук. Что нам это дает? Давайте обязательно глянем сундучок. Обожаю их вскрывать. И дает он нам... Вау, он дает нам зеленый какой-то посох. Ну-кася. Так, где он? Вот. 44. 9 уровня. Угу. Я думаю, что стоит одеть его. Даже хотя бы из-за того, что у него урон больше. Так, далее. Иди-ка, наверное, подлечись. И ты заодно. Ну, сейчас они у меня подлечатся, ребята. И я, наверное, опять выйду на карту и попробую сразиться со следующим врагом. Потому что пока вроде бы все идет пучком. Но, ребят, давайте быстрее бегите. Чего как в штаны-то наложили? Так, видели? Пока они бежали, они восстановили себе здоровье. Мне бы ее как-нибудь поближе приспособить. Уж больно далеко бежать до нее. Хотя, ребята мне говорили, что здесь можно полностью переоборудовать весь свой замок. Я пока не знаю как, но думаю, что скоро я до этого доберусь. Давайте зайдем на карту. Попробовать, что ли, эти сгнившие гробы. Раз, два, три, четыре, пять. Пять зомби и босс какой-то. Ну-ка. Так. Ух ты, он здоровый какой. Краса, держись, родная, держись. Так, а что, пока неплохо идет. Мы разносим их зомбарей. Один остался. Не понял, а какого лешего-то? Он же... Чуть не врубился я. Так. И... Ах ты, ёкалы-мане. Вот это нежданчик, ребята. Вы смотрите, что делает. Этот босяра оказывается... О, не-не. Ну, такого я не ожидал. Ребят, так нечестно. Вы показываете, что враг будет 5 зомби и некромант. А на самом деле получается, что 5 зомби, некромант, который этих же зомбарей воскрешает. Да, неудачно получилось. Но, по крайней мере, я буду теперь знать, какой он подлый. Так, ну что мы? Давай, беги, лечись. Теперь вы уже изрядно все покоцанные. Вам нужно хорошенько залечить свои раны. Так, соберем пока монетки, еду. И я так понял, лимит у меня по еде в 30 тысяч. Если я, конечно, не ошибаюсь. Вроде бы такой был. Так, что ты у меня проголодался, что ли, там? Или что? Что это у тебя за значок такой? Довольный. Все, он пока бежал, вылечился. Ну, а теперь... Блин, я не могу выделить этого Дмитрия. Как-то давай вот до этой комнатки добеги, и ты как раз, наверное, восстановишь себе здоровье. Ну да, так оно практически и произошло. Возвращайся обратно.
Блин, что же делать-то? Я не знаю. Этого некроманта мне, конечно, не победить. Потому что он призывает своих этих зомбарей. Значит, мы его оставим на потом. Есть, конечно, вариант, знаете какой, ребят? Подкачаться немножко, ну, прокачаться, так скажем, и попробовать еще раз. Давайте, наверное, вот сюда рискнем, а? Что скажете? Вдруг повезет нам. Ох, ё-моё, вот эта армия у него. Так, ну ладно, этих мечников я попробую снести. Ну, краса, держись, ёлки-палки. Так, а замечательно. Да как так, а? Ну как так? Ну-ка, давайте. Остался... Нет, не затянем. Этот арбалетчик, точнее, лукарь, просто расфигарил, ну, сами видели, мою армию в пух и прах. То бишь, маги, они сильны, но против арбалетчиков они слабы. Они даже сильны против магов, так как у них, я так понимаю, есть иммунитет к магии. А вот против стрел, к сожалению, нету. Ну, а у воина нету сопротивляемости ни к магии, ни к стрелам. Да, единственное, берет за счет ХП и своей брони. Так, казна. Давайте, наверное, поставим на улучшение, ребята. 45 минут, правда, нам придется ждать. А, тут... А, 31 кристалл нужен. Я думал, бесплатно опять. Но не тут-то было. Ладно, ребята, давайте подождем. Немножко попозже мы с вами увидимся. Так, здравствуйте, ребята. Ну что, продолжаем. Так, надеюсь, у нас уже там построилось. О! Так, милорд, на меня напали. Чёмка. Я получил 7-й уровень замка. Ребята, вот это хорошо. Это просто замечательно. Ух, сколько еды. Что такое? Так, статистику показывают мне. Вот мелкие воришки воруют у меня потихоньку деньжата. Так, 1000 золотых я сверху. Милорд, вы стали могущественным правителем, а ваш тронный зал все еще очень скромен. Пора улучшить зал и восседать на троне в роскоши. Это откроет дополнительные возможности по обустройству замка. Я-то не против. Но у меня, по-моему, не хватает денег. А, не... Да, 40 тысяч мне нужно. Блин, давайте, может быть, кристаллы забомбим, а? Нет? А можно было бы, в принципе, да? Ё-моё, и хочется, и колется. Что скажете, ребята, стоит тратить кристаллы? У меня какие-то новые возможности появятся все-таки, а? Бог с ним, давайте, наверное. Давайте рискнем. Ох, ядрить твою налево. Тут еще, оказывается, надо ждать 5 часов. Да. Ну, по крайней мере, он у нас станет круче. Так, давайте-ка сюда глянем. Ли Кью. Угу. А здесь у нас что? Леха, мой тезка. А, локация пройдена. Так, ну что? Все равно помощи меня сильнее, а? Лишний раз нападать, тратить еду. Ну, давайте попробуем все-таки. Рискнем. Ничего мы не теряем от этого. А вдруг нам повезет, а? Ну, понеслась, родная. Так. Прям в один, как в тот прошлый раз, получается. Нет, сейчас немножко получше. Капельку. Я хотя бы добежал до некроманта и успел его ударить. Но на этот раз почему-то мои маги уж больно быстро слегли. Вообще моментально упали. Нет, так не катит. Какую бы можно было бы тут стратегию сделать, а? Развить их, если только. Ну, как я вам и говорил, подкачать немного. Вот это был бы вариант. Но это, опять же, время нужно. А вам я прекрасно знаю, что не терпится все это увидеть. Так. Тут у нас 4 часа все происходит. Блин, жалко, одного рабочего только можно. Мне бы их двух, а лучше бы трех. Они, наверное, быстрее бы все это делали. Ну что, ребятушки, не успели мы и глаза моргнуть, как тронный зал у нас завершен. Собираем сливки. Да, правда, в этот момент, я смотрю, на меня нападали. И мы забираем свою награду в 3000 золотых. Милорд, улучшение вашего тронного зала завершено. Получилось шикарно. С залом такого уровня у нас появились новые возможности по обустройству. Так, и что же вы предлагаете мне? Так я же не могу сюда зайти, у меня не пройдено. Что ты мне тут свистишь-то, а? Хе-хе-хе. На дурачка косит. Так, ну что, ребята, вы у меня 10 уровня. Это меня радует.
принципе, теперь, наверное, можно было бы, наверное, попробовать напасть на этих самых некромантов. 45 тысяч. Слишком дохрена. Так, ага. Подожди, а что у нас вот здесь происходит? Так, иди сюда. И краса, иди сюда. Так, отлично. Соберем вот эти все. Так, ну да, как я и говорил, 30 тысяч у меня лимит по еде. Точнее, я больше не могу просто взять. Смотрите, что здесь у нас такое. Ресурсы 2. Колодец маны, бассейн маны. Кстати, колодец я могу построить. 1 час будет лепиться. А здесь у меня по деньгам не хватит. Так, магическая мастерская, сотворение заклинаний. А вот это вот хорошо, это замечательно. Чего недостаточно места? Освободите территорию под строительство? Ага, тут у меня всякого хлама. Давайте почистим. Блин, неужели я смогу заклинания делать, а? Да это же намного облегчит мне прохождение игры. Ну давай ты быстрее. Как же долго ты все это делаешь? Так, что здесь у нас пройдено все 3 врага. Хуга, Михаэль, Ивин. Так, а здесь Паша. Изнившие гробы. Захарин, не знаете. Я вот думаю, может быть, попробовать все-таки на них ломануть, а? Нет? Или вот на это лучше? Так, Алан 12 уровня. Паша. Не будем пока, наверное, ничего делать. Давайте мы все это завершим. Так, 15 секунд осталось. Место расчистится, и мы поставим с вами этот колодец заклинаний, или как это там называется, я уже забыл. Давай быстрее, быстрее, родная, завязывай. Мне уже не терпится. Ага, отлично. Ну что, давай мы теперь влепим. Так, нет, мне не нужны эти сундуки. Какие сзади сундуки? Так, не колодец, по-моему, как-то. Ага, вот, магическая мастерская. Давайте влепим. 30 минуточек всего надо будет ждать. А почему-то магия и красная, и синяя. Видимо, есть и боевая, и какая-нибудь защитная. Или хилющая. В общем, мы посмотрим, что это будет. Да, кристаллов ты немало требуешь за мгновенное это улучшение. У меня столько нету. Ну что же, вот давайте, наверное, все-таки ломанемся сюда и посмотрим, что у нас получится. Времени пока у нас валом. Ну, краса, ты же на 1 уровень подросла у меня. Так, ну что, ребят, я вам скажу, уже намного лучше, намного лучше. Но все равно она пала смертью храбрых. А вот маги у меня дают жидкаря. Ну, давай, 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 давай. Ну, один еще остался. А, не... Блин, ну как так-то? Ну, ядрить твою на корень, а. Ведь чуть-чуть не хватило ему, чуть-чуть. Буквально один выстрел. Нахрен там полез в карман, семечек, что ли, решил пощелкать? Я так и не понял. Вместо того, чтобы прочитать заклинание. Ну ладно, чему быть, тому не миновать, как говорится. 28 минут у нас на строительство. Так, а вот у нас убрать режим уборки, восстановить замок, убрать все комнаты. Ёлки-палки, ребят, я боюсь тут что-нибудь напортачить. Режим уборки, убрать комнаты, нафиг. Сейчас что-нибудь нажму не то, удалю все комнаты, вот будет весело-то. Если, ребята, вы знаете, как там, что надо сделать, напишите, подскажите, чтобы мне не рисковать лишний раз. Так, ну что, ребят, пока у нас есть время, я, наверное, закончу этот выпуск. И мы с вами обязательно встретимся в скором времени. И у нас все будет нормально, все пучком. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока, ребятушки, всем пока. We'll be right back.